Привет, друзья! С вами я, Мила Звеева-Новикова, дизайнер собственной счастливой жизни. Сегодня у нас 13 марта 2018 год. Катались сегодня целый день на лыжах в Буковеле. Вернулись в отель, приняли душ, выпили чай, кофе. Ну и вот, кто-то спит, кто-то сидит в ресторане. Ну, я вот решила выйти. Увидела с лоджии горную речку. Очень меня манит звук горной реки. И решила записать это видео. И вот пришла такая мысль. Каждый человек на планете, он уникальный, он исключительный. И наша задача, он как вот такая горная река. Ни одна река вообще, ну, не бывает похожей, да. Вот каждая река — это исключительная река. Она одна такая на всей планете. Так и человек. Он один-единственный такой на Земле. И я не открою Америку. Каждый знает, что нету такого же человека с такими же, допустим, там отпечатками пальцев, либо радужкой глаза, да. И вот нам нужно об этом помнить. Нужно об этом всегда помнить, что и не нужно быть похожим на кого-то. Не нужно себя с кем-то сравнивать. Как правило, нас приучило наше общество, что мы себя с кем-то сравниваем и либо обесцениваем, либо наоборот возносим на какой-то пьедестал и считаем, что мы там чем-то лучше кого-то. Это не так. Все мы внешне вроде как разные, да, высокие, низкие, толстые, худые, там, рыжие, светлые, темные, русые, а белокожие, чернокожие, узкоглазые и не узкоглазые, но на, скажем, на тонком уровне мы все одно единое целое, мы все клеточки одного огромного целого тела. А вот, и нам нужно помнить об этом и не возноситься, и либо не опускаться, да, скажем так, вот, обесценивая себя. Наверное, на этом все, что я хотела сказать. Мне кажется, что мы вернулись сюда, на эту землю, для того, чтобы научиться быть счастливыми и получать удовольствие, наслаждение от каждого мгновения своей жизни. А для этого нужно течь, вот как эта горная река, да, вот нужно быть таким текучим, гибким, спонтанным, вот таким прекрасным. На этом все. Увидимся, услышимся. Жмите лайк. Спасибо вам большое. Пусть в мире будет больше любви, радости, счастья, благости. Пока-пока.